Начальная школа Мидвича, Silent Hill. Играем с вами за пирамида голового палача на новой карте. С вами канал AlexPlay и приятного вам просмотра. В общем, постараемся всех поймать. Максимально хорошо сыграть за него. Надеюсь на вашу поддержку, там лайки и комментарии. Это очень круто помогает. Вон она, первая моя жертва. Такая выглянула из-за угла. Зря ты это сделала. Я тебя нагоню. Нагоню, поймаю. Бегает. По прямой, слушай. Ну ладно. Кружится. Чё ты кружишься? Чего ты кружишься? Ты хочешь меня раздразнить? Ладно. Ты привлекла мое внимание. Где ты? Запутался. Ничего страшного. Догоним. Еще одна, смотрите. Хочет увести меня. Но нет, я выбрал свою жертву. Которую я сейчас поймаю. Ай, смотрите, я думал, палетку скинет. Не стало скидывать палетку. Дедушка еще здесь. Ну ладно, сейчас мы... О, да вас тут трое. Кого-то я зацепил. Кого-то зацепил своим ровом ужасным. Новая выжившая. Новая девушка. Ты будешь первой? Первой моей жертвой. Ай, ускорение. Кровожадность. Так, вот твой крюк. Вот здесь будешь висеть. Надеюсь, тебе здесь комфортно будет. Ну, а мы пойдем других искать. Ой, спалились. Дедушка кого-то вылечил, да? Ну-ка. И где вы? Тут никого нет. Давайте спустимся вниз, посмотрим на первом этаже. Тут тоже нету. Ну окей. Уже спасли, да? Оперативно. Ломаем генератор. Теперь у нас незаметность. Пропал радиус террора на 15 секунд. Нам нужно использовать грамотно это время. Ну-ка. Кто у нас здесь очищал тотем? Слушай, просто идеально. Новый перк, он очень классный. Она очищала тотем и даже не поняла, что я подошел к ней, потому что у меня не было радиуса террора. Это просто идеальный перк. Слушай, этот перк должен быть у каждого маньяка. Будем тестить на всех манов, он крутой. Единственное, я думаю, этот перк, единственное, кому меньше всего подходит, так это Майклу Майерсу. Ух ты, дедушка. Потому что Майклу Майерса, он... Ну, в принципе, зачем? У него и так мань радиус террора. Ну, а всем остальным, в принципе, он подходит. Так, так, так. Дедушка хотел спасти. Что мне прям понравилось. Ах, ну-ка. Смотри, какое. Ну-ка, назад полезай. А теперь вылезай, давай, все. Иди сюда. Какая ты, слушай. Ты еще с фонариком тут ходит. Ну, ладно, ребятки. Вы меня сами... выудили. Сейчас я вам отомщу, дедушка. Ты хочешь побегать от меня, да? Ать, прямо ко мне в руки, прямо на меч. Слушай, опрометчиво, надо было назад поглядывать. Ну теперь я тебя точно поймаю. Никуда ты не денешься от меня, никуда, никуда. Мне нравится, можно. Блин, фейковать круто можно. Мол, я замахиваюсь, а на самом деле не бью. Но очень часто это помогает. Так, ну что ж. Дедушка все-таки меня обхитрил. Где ты? Ать, попался! Отлично. Друг друга ударили. Но ты упал и лежишь, а я нет. Значит, я победил. Так, куда бы тебе... Вот туда, наверное, на этот крюк повесим. И пойдем за твоими друзьями. Кричи, кричи. Пускай тебя все слышат. Как ты страдаешь. Кто это щелкает? Хотя, кто это щелкает? Я не понимаю. Где ты? Смотрите, какая. Где она была? Я вообще не заметил. Ах, какая. Вон она.
Она просто прячется стелсом. Ну ладно. Теперь мы нашли стелсера. Будем знать, будем внимательнее. Я бегу за тобой. Ать-ать-ать, вот, смотрите. Подействовал фейк. Она думала, что я сейчас буду бить свои способности ровом. Но я не стал этого делать. И она стала крутиться, вы это видели? Дедуля, тут что-то... Что ты крутишься? Уйди отсюда. У меня, кстати, перк сработал. Теперь он не сможет какое-то время хиляться, видите? Внизу слева. Ать! Ха-ха-ха. Смотри, как я хотела спрятаться. Беленькая хотела спрятаться, но нет. Пап! Какого черта? Вы посмотрите на нее, где она висит. Вот он крюк, а вот она. Вот он крюк. Какого черта, мать его? Я ж тебя на крюк вешал, ты как там оказалась? Офигеть! Такого бага я не видел. Ну-ка, вали отсюда. Вали! Сними, пожалуйста, я хочу посмотреть на это, как это будет. Да ну снимай ты. Она не стала снимать. Блин. Ну что ж она такая-то? Уйди отсюда. Кто-нибудь снимите. Просто никого нету. Ладно, поднимаем. Надо повесить. Там кто-то еще идет. Только давай быстрее, быстрее. Надо дойти, чтобы посмотреть на это. Ну, снимай. А смотри, нормально сняла, нормально. Как она оказалась в потолке, боже мой. Это было забавно. Так, ладно, пускай там поднимают ее. Лежачую, а мы займемся тобой. Ах ты, блин, немножко. Надо было по прямой бить. Ать! Не растерялся. Так, хорошо. Теперь твоя очередь висеть, хотя... Оба! Суд! Жестокий суд, да, ребятки? До дней. То есть она до третьей стадии дошла. Если бы я повесил, она бы все равно умерла. Мы решили ее наказать. Ой-ой-ой, ну здрасте. Попалась. Милаха. Ты сколько раз висела? А, тоже суд можем. Пап! А, забавные баги. Просто в стене была наполовину. Я ее добил. Ну что ж, минус два выживших казнили. Применили свою суровость. Казнь. Суровую казнь. Так, ну-ка. Посмотрите на это. Я так тоже могу. Ну-ка. Ну-ка, сделай еще раз. Ну, сделай. Офигеть. А, вот-вот. Вы слышите это? Прикольно. Блин, туда бы запрыгнуть было бы, кстати, круто. Попробовать. Раз, два. Тук-тук, я здесь. Решили стелсом проходить. Но понятное дело, что они уже навряд ли заведут. Вдвоем очень сложно. Ну, может, заведут там 1-2 генератора. Смотрите. Кстати, я только сейчас заметил. Смотрите, у нее из чего сделаны глаза. Узнали? Поняли? Это же гильзы. Гильзы от патронов. Офигеть, а вот выжившие. Это наша Аннушка. Так, а это траппер, да, или кто? Так, ну это Рин Ямаоки, это понятно. Я просто забыл. Подзабыл некоторых. Ну ладно, где остальные? Ребята, ну хватит. Выходите уже, вылазьте. Где-то сникались, на корточках перебираются. А смотри, кто-то заводит, кто-то заводил здесь. Вон не следы, смотрите-ка. И куда она пошла? А, дедушка, здрасте! Здравствуй, дедушка, прощай. Мы пришли за тобой. Так, ну дедушка назад не поворачивается. Можем его обхитрить.
Блин, тут не пройдешь. А вон еще одна. Вон еще одна красотка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тоже стелсер. Куда ты делась? Куда она делась? А вот и дедушка про... На, смотрите, какой. Промазал, да? Как бы сделать-то так? Тук-тук-тук-тук. Ну здравствуй, здравствуй, дедушка. Куда ты убегаешь? Я тебе все равно поймаю. Проучу! Отлично. Так, хорошо. Отправляйся в клетку. Так, осталось последнее. Вон она, девица. Побежал налево. Но гидратор они уже навряд ли будут зависеть. Ну-ка. Ты здесь! Ах, ты меня обхитрила, смотрите. Хитрая лиса. Куда ты делась? Где она? Она пошла его спасать, наверное. Ну-ка. Дедушка здесь. Ладно. Где же ты, красотка? Ну, куда-то спряталась. Очень странно, тут явился ДИ, они пропали. А вон. Вон она! Ну здравствуй! Ну да, она тот еще стелсер. Вы видите, да, как она прячется? Молодец. Где, где, где ты? Слушай, она просто из. А, блин! Какая она хитрая, слушай. Она очень хорошая стелсер. Хорошо прячется. Ну все, ну хватит, хватит убегать. Сейчас Люк сбежит. Где Люк? Ать! Смотрите как, просто через меня про... Ать! Хотела спрятаться быстренько, но не получилось. Мне, видимо, железная воля, потому что я что-то не слышу ее вопли. Хороший перк. Все, виси здесь. Ну что ж... Посмотрите, куда она полетела. Просто улетела раньше сущности. Да. Баги иногда очень забавные. Иногда даже радуешься таким багам. Ну что ж, ребятки, мы всех поймали, всех проучили, как я и обещал. Одна капля. Третий ранг один был. Ну что ж, погнали дальше. Завод страданий, поместье Макмиллан. Играем с вами за пирамидоголового и постараемся всех наказать. Так. Начинаем с поиска выживших. Тишина. Опаньки, спалилась. Кто у нас здесь? Ты хочешь побегать от меня? Хочешь помонтить? Ать! Ай, нет, не угадал, смотрите. Может, тебя как-то обмануть можно? Фейкануть? Я какую-то фигню творю, да? По-моему. Ладно, сейчас мы тебе... Сейчас мы тебе... Ну, почти что, почти что. Хорошая способность. Надо только подучиться ей пользоваться. Так. Идем, идем. Нах, ты ж, смотрите, дальше побежала. Ничего страшного, ты тут уже не будешь, да, прыгать? Боишься? Боишься наступить на жижу мою? А, наступила, наступила. Будешь в клетке сидеть теперь. Как это так в уголку, слушай, зажалась? Ошиблась, засмотрелась, да, на меня, засмотрелась. Поторопился. Орешек еще, смотрите. Ты прям молодец. Ать, фейканул, слушай. Реально круто фейковать. Ну вы поняли, да? Я как будто бы хочу свои способности бить, а на самом деле не бью. Я начинаю крутиться, боясь, что я все-таки ударю. Неплохо. Можно какое-то время фейковать, а потом не фейковать. И запутывать, вводить в заблуждение выживших. Это очень... Это интересный маньяк. Разнообразный. Мне прямо нравится. Ать.
Куда ты? Куда побежишь? Ать, ать, а я уже здесь, я уже здесь, я рядом. Отлично. Никого нет? Нет, никого. Так, висеть ты у нас будешь здесь. Никуда не уходи, поняла? Никуда. Я пойду с твоими друзьями. Упс, а тут рядом заводили генератор. Опять ты? Ну ладно. Давай побегаем, если ты хочешь. Где ты? Ну вот спряталась куда-то. А, нет. А, вот она, вот она. Что ж я тороплюсь-то? Наступила. И получила еще в придачу. Отлично. Неплохо. Зря назад побежала она, конечно. А мы должны поймать ее. Потому что она боится рядом с палеткой находиться. А тут зря, конечно, я так сделал. Ну-ка. Сломаем, ничего страшного. Дополнительные очки не помешают. Так, влачуга побежала. Ну-ка, раз, два. Нет, надо было поближе подойти. Любит у лачуги... Нет, смотри, я думал, у лачуги будет крутиться. Наверное, тороплюсь, да я. Тут как 11-метровые. По прямой нет смысла бить, да. Либо влево, либо вправо надо будет бить. То есть заранее. Ну-ка, вот! Ну почти что. Вот если бы левее ударил, получилось бы. Прямо в руки! О, ты смотрите, как она... Вот это хорошо было, прям молодец. А я повелся, ударил. Но все равно я себя догнал. Так, а ты второй раз, да? Второй раз в клетке. Слышу. Кто здесь? Уже убежал. И побежал спасать. Два генератора осталось. Ну все, ребятки, хватит. Шутки закончились. Пора уже серьезно вас наказывать. Иначе вы меня с носом оставите. Все-таки надо ближе подходить. Слишком рано я это делаю. Вот, нормально. Слушай, ну почти что попал. Вот чуть-чуть левее опять надо было. Я хочу попасть. Сейчас наступит. Да, наступило, слушай. Отлично. Будешь в клетке теперь сидеть. Слушай, ну против этого маньяка фонарики почти не пригодятся. Хотят завести уже, слушай. Ладно, фигня получилась. Последний генератор осталось, блин. И 4 сурва. И почти завели, ну ё-моё. Какая-то плохая катка, неудачно. Хотел поиграть, они слишком быстро заводят. Причем я первый раз говорил, что я 15 минут ждал катку. Сейчас по минут 30 жду. Ать, получай. Еще и наступило, отлично. Доловить бы тебя. Генераторы контролировать. Все-таки скинуло. Ну ладно. Все и с фонарем. А че он такой тусклый у тебя? Слушай, куда она мне целилась? Она, наверное, не знала, куда целиться ему. Наверное, выше целилась или ниже. У него же реально не знаешь, где лицо. Ать, ну-ка, расступитесь, разойдитесь. Она вообще меня не заслепила. Это странно очень. Расшумелись, получай. Отлично наступило. Ать, получай второй раз. Идеально. Отправляется в клетку. Кто у нас здесь? Ты в шкафчике сидела, да? Там еще одна сидела. Вы это слышали? Там все в шкафчиках сидели. Вон оно как.
Вон она что. Ать, получай ты. Вот это я понимаю, вот это хорошо, да? Под конец игры. Они хотят завести этот генератор, вот и сидят тут. Два в клетках, двое куда-то побежало. Ну, спасать, наверное. Одна по-любому побежала спасать. Я уже рядом, я уже здесь. Вон они. Смотри, она спасла, какая молодец. И вторую спасли, все ранены теперь. Да со своим орешком, боже мой. Так. Милаха, я уже здесь. Ать попалась. Ать, хорошо как. Так, что там? Они светить вроде не умеют, да? Тик-тик-тик-тик. Надо было светить в глаза, а не просто щелкать. Ты где предупреждал мне глаза? Минус одна. Одна вылечилась. Кто у нас здесь? Раненая. Ать, не успела, не успела. Сейчас мы тебя повешаем. Надо будет, наверное, к другому генератору, к последнему бежать. А нет, смотрите, вон они. Один на здании на мэйне, на втором этаже. Давайте, знаете, как такой ров сделаем, да? О, люк, хорошо. Приметили люк. Запомнили, где он. Побежала, побежала. Вон она. Она ранена, отлично. Хотела чинить генератор, да? И тут-то было, я тебя... Ать! А надо было повернуться назад. Так бы ты так не лоханулась. Вешаем на крюк. Так, ну и остались двое. Неплохо. Я почти было проиграл. Но в конце они слишком расслабились. Дали слабину, и вот, что их ждало. Там зависит, оставалось последний генератор. С которым не справились. Так, делаем ров. Будут заводить, наверное. Вон и следы. Да, кто-то заводил тут. Это здесь явно был. Может быть, здесь? Ах ты какая, смотрите, паразитка. Какая ты. Я так и знал, что тут это есть. Получ... Хорошо, попали, хорошо. Хорошее наказание. Ну все, я думаю, надо ловить ее. Даже если заведут генератор, ничего страшного. Наша главная цель сейчас ее поймать. Будет все ближе, 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 ближе. Отлично. Поздновато кровожадность, правда, появилась. Ничего. Так, ты какой раз висишь? Так, второй раз, хорошо. Сейчас посмотрим, будет он наливать или нет. Надо все равно быть поближе к люку. Или же все-таки ее спасут. Спасли, причем быстро, они рядом. Они вдвоем. Раненая. Ну, раз ты мне попалась. Ты уж прости, но придется мне это сделать. Промазал. Что-то приседает, приседает. Зачем? Зачем это надо делать? Ты хочешь меня подразнить просто? Почему? Я же попал, по-моему. Я же на опережение. Спряталась, спряталась. Зачем? Ать! Смотри, какая. Ну все. Теперь ты попалась. Ну, осколок, конечно же, у нее осколок. И опять спряталась. Ну, какого черта? Она опять спряталась. Ты что? Она думала, что я не услышу, как она громко спряталась. Офигеть. Да, конечно. Ать, зять, где? А-та-та сделаем. Блин, хотя... Надо было на крюк вешать. Успеем, нет?
Давай, 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 давай. Ать! Если бы я на крюк повесил ее, я думаю, я бы успел дойти до люка и закрыть его. Ну ладно, ничего страшного. Одна сбежала. И это хорошо. В общем, я надеюсь на ваши лайки и комментарии, на вашу поддержку. Вот. Спасибо, что смотрите. Спасибо за актив на канале. Также заглядывайте в раздел видео. Там много новых видеороликов выходит, помимо Dead by Daylight. Я думаю, тебе понравится. В общем, рад для вас стараться. Спасибо, что смотрите канал Алекс Плей. Хорошего настроения, ребятки. Будет еще куча-куча чего интересного. Будем следить за игрой. Кстати, графику скоро улучшат в Dead by Daylight. Она будет просто офигительная. Жду и не дождусь, когда это сделают разработчики. Обязательно сделаю обзор. В общем, всем пока, ребятки, хорошего настроения и еще увидимся. До скорого.